Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы находимся в храме Предтеч, или Предтеч, кому как удобнее, собственно. Юмор в том, что просмотров-то нет ассасина, поэтому побегать я, конечно, люблю у него, но при этом я лучше его буду проходить вот так вот для себя, чем париться. Я вам покажу какие-то основные моменты. Я думаю, это как раз из таких. Это можно, так знаете, слегка херануться, все эти приколюхи проходить. Так. Нормально. Пошли хейтом. О, бля. Лайм Ахиллес. Нет, ничего не трогай. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Наконец-то ты понял! Ахиллес, это не оружие Предтечи, а средство сохранить мир! Всех этих бедствий могло и не быть. Послушай ты меня тогда! Ты все такой же дерзкий. Да, это наша заслуга. Все же, Шей, ты предал братство. Ахиллес и меня. Вы что предали меня. Стрелявшего мне в спину. В поместье? То был шевалье. Он мне не ровня. Лаю, нет! Твою мать! Лаем, стой! Главное, это все-таки выбраться отсюда. Лаем, черт тебя дери! Ты ответишь мне за Монро! Чё ж всё валится-то? Зачем ты притащил чёртов манускрипт и шкатулку сюда, Лаев? Хорошо стреляешь. Шкатулка в безопасности, Шей. Шевалье об этом позаботился. Тебе её не найти. Что это было, блядь? Что это только что было? Куда он прыгал сейчас? Лайм не должен в вас попасть. Зачем ты притащил чертов манускрипт и шкатулку сюда, Лайм? Шкатулка в безопасности, Шей. Шевалье об этом позаботится. Тебе ее не найти. Лайм, придурок. Ладно. Я нашел Хоуп. Мне жаль.
Это ты сделал? Да. Отвечай! Это был я. Я на твою мать. Эти огоньки меня уже бесят. Бейте лайма. На удачу не надейся. Удача это миф, лайм. Ты прекрасно знаешь. Везучий. Скотт. Сколько раз повторять, Лайм? Удача — это миф. Ты предал ассасинов. Затем всех, кого знал. Перешел в лагерь врага. Зачем? Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того стоило. Покойся с миром, Лайм. Покойся с миром, друг. Значит, он так и не выстрелил в спину. Это был Шевалье. Получается, мы никогда и не были врагами. С вами. Ладно. Но ничего не попишешь. Оу, Ахиллес. Нет! Почему? Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски. Убедительно. Вот почему выжил Ахиллес. Ай. Не забывай, вот, что здесь случилось. И вот почему он хромает, собственно. Не забуду. Поэтому, а вот мир забудет. Поэтому он и воспитает его сына. И что будет дальше? Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей, поиск святынь Предтеч подошел к концу. Но мне нужна шкатулка. Найди ее ради Ордена и ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может, и вся твоя жизнь. Ты готов к этому? Конечно. Я рад. Невероятно! Кто бы мог подумать, что Шей так силен? Да, Шей реально силен. Наверное, сильнее за всех предыдущих ассасинов. Теперь у меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу. За которых мы играли. Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Но не в Хеликс. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли.
Ладно, погнали, посмотрим. Кстати, что здесь? А, ладно, потом. Или даже не будем смотреть. Нахер его. Пойдем по делам. В качестве награды за твои услуги я даю тебе 3-й уровень доступа. Отныне для тебя открыты все двери. Ну и хорошо. Давным-давно благородной целью ассасинов был мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную. Свободу. Дьявол! Вот, следуй за этими огнями. Обещаю, пойдешь на свет, не умрешь. Охуенно. Разве я тебя подводила? Иди за огнями. Не хочу. Не хочу. Это просто какие-то комнаты для отдыха. Скорее, болванчик. Все зависит от тебя. Еще существует и по-прежнему преследует свою глупую цель. Я тамплиер. Я защищаю мир от ассасинов. Это я уже понял. Сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Ну и как ты себе это представляешь? Оно не пашет ни хера. Мне надо куда-то туда. А, это лифт. Ведь так. Точно, что это я? Что-то это все похоже на хакерскую атаку. Отцеберг, звезда тренировочной программы Анимус. Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Ха-ха-ха-ха. Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Да ну. Твое тело и разум, они больше не твои, понял? Остались только голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в Анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки, они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же, одно и то же, одно и то же! А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Херня. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Игрушка. Именно так. Мы закончили. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы!
превзошел все мои ожидания. Загрузи память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. А сейчас я даже не знаю, кто прав. Потому что в то время... Время действовать! Я за Шею. В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю их всех до единого. И убью. Но просто смерть — это слишком легко. Как это было? В Португалии было то же, что на Гаити! Землетрясение! Проклятый манускрипт! Погибли тысячи! Выведи его! Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу... чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако... история Шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Хорошо. Я под впечатлением, болванчик. Ты нам очень помог. И да, я тоже тамплиер. Уже много лет. Ты думаешь, я сомневался? Кабели оборваны. Это явно не от перепада напряжения. Один кусок памяти Шеи остался непросмотренным. Думаю, тебе стоит его увидеть. Да, давайте этим и займемся. Когда ты досмотришь историю Шея, твоя жизнь изменится навсегда. Ты должен закончить все дела перед тем, как войти в Анимус. Я уже их закончил. Вперед. Сейчас посмотрим, чем закончится история Шея. Потому что в этой части тамплиеры правы чуть больше, чем полностью. Версаль. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. 76-й год? Какой декаданс. Удачи, болванчик. Постойте, постойте. О, Шей. Вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, мать что меня вашу впустят в покой короля. Но я здесь только чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Неужели может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть. Хотя рассчитывать на них я бы не стал. Да ну, не может быть. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. Теперь найти Шарля. И чертову шкатулку. Ой, по-моему, его так и звали. А ну-ка, сейчас, секундочку. Отца Арно Дриана звали Шарль. Это он. Шарль Дриан. Твою мать! Простите, месье, дворец сейчас закрыт для посещения. Приходите завтра. Да, конечно. Но у меня там встреча. Тогда бы вы уже были там. Да сейчас, не парься. Ему повезло, что я знаю другой путь. Я бы сказал, что ему не повезло.
Я не помню. Я не проходил Unity до конца. Япона мать. Certes, oui. Ainsi donc, les Anglais ont un nouveau roi. Certes, oui. J'ai rêvé que je travaillais dans un pub. Малыш Арно. Видел, какие у них были глупые лица? Это когда он яблоко украл. Я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Боже мой. Невероятно. Жалко малыша Арно, конечно, но он сыграет свою роль. Вижу. Шарль. Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Так и будет. Арно, где ты? Прощай, ты... Шарль Дориан. Предатель. Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины. Революция в Америке спутала вам карты. Быть может, нам просто стоит начать свою... революцию. Революция. Старый Коннор. Это он имел в виду не молодого Коннора, не сына. Он имел в виду отца. Стоять за принципы нашего ордена. Магистр. И все, что нам дорого. Коннор убил магистра. Не раскрывать наши секреты. И суть нашей работы. До самой смерти. Вон оно как. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак. Тамплиер колониальной... американской ложи. Я стал старше. И, возможно, мудрее. Война и революция закончились. Но новое уже близко. Да направит нас Отец Понимания. Браво. Браво. Такие серьезные части игры было связано. То есть серьезные части истории было связано одной игрой. То есть это период после пиратства. Период открытия Кука. Период до американской революции. Период Семилетней войны и период перед Французской Великой революцией. Мы сожгли все мосты, мы убили Адевале, мы узнали историю Ахиллеса, мы узнали историю Шея Патрика Кормака. Пускай не полностью, я вам показал только концовку, то есть большую часть прохождения и концовку. Потому что, ну, реально просмотров было мало.
Но концовка меня порадовала, и я хотел бы, чтобы вы ее увидели, как я хорошо подгадал, в принципе, с нею-то. Серия получилась короткой, для меня большая честь приветствовать тебя здесь сегодня. Да уж, болванчик, ты доказал нам, что ты не просто подопытный кролик. Да ты запарила уже, тварь. Данные, которые ты извлек из памяти шеи Кормака, нам очень помогли. Его история — это послание. Мы поняли, что при малейшей угрозе ассасины на самом деле хотят не свободы, а порядка. А наш орден представляет высший порядок. Что бы ты ни узнал, находясь в Анимусе, это лишь верхушка айсберга. Мы существовали до того, как люди стали записывать свою историю. Возможно. И недавно возродились вновь под маской Абстерго Индастрис. И Интертеймент. Ты пересек порог. И твои глаза открылись. Ты увидел мир таким, какой он есть. Все, пути назад нет. Тебя столько всего ждет. Отец понимания привел тебя к нам. И за это мы благодарны. Твое настоящее испытание начинается. И тебе надо сделать выбор. Да говно вопрос, я согласен. Будь с нами, и тебе откроется невероятное будущее. Или будь против. Откажись. Непонятно, что случится. Замечательно. На самом деле я поддерживаю эти идеалы. И понимаю, что Ахиллес был неправ. Тут целиком и полностью прав во всем Шей Патрик Кормак. Он хотел искупить свою вину. И право, у него это получилось. Он вступил в орден и реально творил добро. Ну, если это можно так назвать. Беспредел тот, который творили ассасины, нельзя назвать порядком, даже издалека. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Пока.